Друзья, всем привет! Вы на канале Good Food, и сегодня мы будем с вами готовить очень легкий, очень сочный зеленый салат, абсолютно без всякого вредного майонеза. Для тех, кто ведет правильный образ жизни, занимается спортом, этот салатик именно для вас. Подходим к столу и начинаем. Давайте пробежимся по продуктам. Что нам понадобится? У меня уже отварная куриная грудка небольшая, пару огурцов и небольшой кабачок. 3 куриных яйца, маленькая головка лука, я уже порезал, очень мелко режьте, ребят. Также потребуется лист салата, далее чеснок, 3 головки я уже выдавил, соевый соус 3 столовые ложки и растительное масло 3 столовые ложки. Начинаем. Первое, что нам нужно будет, сделать 3 блинчика, тоненьких яичных блинчика. Для этого мы разбиваем одно яйцо, вилочкой его быстренько, можно венчиком, взбиваем, немного поперчим, немного посолим. Так, в сторону. Берем сковородку и ставим ее на огонь. Добавим немного растительного масла. Выливаем яйцо. Одно. И вот так делаем, разравниваем и делаем блинчик. Переворачиваем на другую сторону. Вот таким движением. Отлично. И еще 2 минутки. Снимаем. Блинчики яичные готовы. У нас получилось 3 штуки, 3 яичка. И убираем в сторону. Следующее. Берем куриную грудку и разберем ее. Можно просто нарезать то, что я буду делать. Берем посуду крупную и высыпаем все сюда. Следующее, берем яичные блинчики и вот так нарезаем. И мелко-мелко нарезаем салом. Высыпаем курочки сюда все. Дальше, следующее, берем огурцы и режем их вот так. И нарезаем соломкой. Должны получаться вот такие соломинки. Огурцы порезали соломкой, отправляем. Далее берем кабачок небольшой и делаем то же самое. Кабачок порезан, отправляем в салатник. Добавляем репчатый лук. Отправляем чеснок. Пока уберем в сторону и сделаем заправку для нашего салата. Для заправки салата нам потребуется растительное масло 3 столовые ложки. И столько же соевого соуса 3 столовые ложки. Растительное масло мы перемешиваем с соусом соевым. Берем салат и заливаем соусом. Забыл салат, режем, можно произвольно, я буду резать вот так. Давайте добавим зелень. И теперь тщательно перемешиваем. Да, запах, конечно, прекрасный. Салат готов, давайте дадим ему настояться, ему минут 15. Прошло полчаса, салат настоялся, я пробую. Ну-ка. Можно немного посолить. Или немножечко больше добавить соевого соуса. Вкус очень насыщенный. Кстати, салат подойдет как полноценный ужин. Без всяких там мясных блюд. То есть сделали буквально за 5-10 минут. Сели, покушали. Вот, все. Он очень легкий, он полезный. Здесь очень много клетчатки. Все, ребят, до скорой встречи. Готовьте, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. И до скорой встречи. Пока-пока.